Хатчет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. Доказательство. Продолжаем вот эту сторону. Измеряем вот этот отрезок и откладываем вот здесь. Соединяем вот эти две точки. У нас образовалось два треугольника. Эта сторона у них общая. Качества одного равны качествам другого, значит треугольники равны по первому признаку равенства прямоугольных треугольников. А в равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы. Если этот 30 градусов, значит этот 30 градусов. В прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусов. Но этот равен 30 градусов, значит этот будет равен 60. Этот угол равен 60 градусов, этот 30 плюс 30 – 60. Ну и последний 180 минус 60 – тоже 60. Значит, в треугольнике все три угла равны, а значит он равносторонний. А раз он равносторонний, значит вот это в нем половина стороны. То есть если сторона А, то половина стороны – это А пополам, что и требовалось доказать.